Друзья, рассказываю про свой правильный обед. Это котлеты рыбные и рис с грибами и овощами. В котлетках, вот они, рыбные котлетки. Калорийный 150 грамм весит, калорийный 180. В рисе с грибами и овощами 112 грамм, калорийность 129 калорий. Посмотрите внимательно, я разглядела и выяснила, что это использовал повар бурый рис. Я напомню, что блюдо это мной заказано в специальном диет-сервисе по правильному питанию. Я вообще худею, похудела уже на 50 килограмм, но на своих меню и рационах, но я иногда заказываю еду в таких вот диет-сервисах, чтобы я такой прохожу своеобразный тренинг, учусь у них составлять меню, готовить, смотрю, как сделаны их, в общем, продукты, потому что они действительно, в общем, если это хороший сервис, то они работают качественно и делают все на совесть, есть чему поучиться и что перенять, чтобы сохранять стройность. Вот, но я хотела вам сказать сейчас не об этом, а хотела сказать пару слов про вот этот вот бурый рис. Посмотрите, это такой рис, цвет у него немножечко такой коричневый, и плюс у него находятся вот такие вот оболочки, видите, прямо рисинки в оболочках. Ну, в общем, это никакая не новинка, многие про этот рис знают, и я тоже знаю, но еще раз сейчас почитала, и, в общем, обрадовалась, хочу с вами поделиться информацией. В общем, рис – это настоящая находка. Почему? Потому что в нем нет глютена, в нем очень много витамина В, в нем сохранено вот это вот, как сказать, отрубевая оболочка, которая в белом рисе снята в шлифованном. У него очень низкий гликемический индекс, у него частично сохранен зародыш. В общем, знаете, если честно, я сама, естественно, я не диетолог, да, я сама не знаю значения многих слов, но понимаю, что все это очень-очень полезно, вот, и полезно для фигуры, вот. Ну, соответственно, я, наверное, подготовлюсь получше и напишу про бурый рис немножечко побольше и буду чаще его использовать в меню, потому что все-таки белый рис, он не очень полезен, а бурый, как выясняется, это вообще подарок судьбы. Все, всем приятного аппетита, я тоже буду кушать. Сейчас попробую его, кстати. Очень вкусный, немножко напоминает перловку. Перловку я люблю. И биточки рыбные. Тоже отличные. Отличные, как в детстве. Я такие кушала только в детском саду, по-моему. Всем приятного аппетита.